Сегодня глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы, отчитался о работе за прошлый год. На заседании городского парламента утвердили и частичный состав общественной палаты Рязани. Юлия Дац побывала в думе. 21 раз собирались депутаты Рязанской городской думы в прошлом году. С октября под руководством нового председателя Андрея Кашаева и в новом после сентябрьских выборов в составе. В своем первом отчете глава Рязани отметил, у депутатского корпуса есть две главные обязанности. Это нормотворчество и работа в своих округах непосредственно с избирателями. Без принятия решений, без своевременных ответов, без определенных инициатив законодательных, уточнений правовых нормативных актов, которые принимаются в Думе, было практически невозможно осуществлять деятельность в городе не только на уровне Думы, а на уровне и исполнительной власти, потому что, с одной стороны, вроде бы кажется, это бумаги, это решения, но за ними стоят судьбы людей, за ними стоит развитие города. Для эффективного решения актуальных для города проблем народным избранникам, естественно, необходимо знать мнение рязанцев и учитывать его, принимая важные решения. Своеобразной трибуной станет общественная палата города Рязани. В ее составе должен быть 21 человек, 14 фамилий сегодня официально утвердили. Еще семерых утвердят уже сами члены совещательного органа. Важно было очень тщательным образом подойти к отбору каждого из кандидатур, чтобы они представляли у нас не просто вот сам человек по себе, да, а чтобы, во-первых, он представлял группу людей очень уважаемую, серьезную, чтобы сам он был очень уважаемым человеком. По словам Андрея Кашаева, первое заседание общественной палаты Рязани может состояться уже в этом месяце. Юлия Дат, Сергей Грамотеев, Вести Рязань.